Тетя Валя. Можно не называть ни фамилию, ни профессию, а миллионам зрителей уже понятно, о ком именно идет речь. Ведущая программ «Спокойной ночи, малыши», в гостях у сказки «Голубой огонек» Валентина Леонтьева, звезда экрана. Традиционно в ее день рождения к монументу на Гончарова возложили цветы. В церемонии участвовал губернатор Ульяновской области Алексей Русских и известные деятели культуры. В Ульяновск приехал актер театра и кино, народный артист Андрей Соколов. В день рождения тети Вали стартует и международный кинофестиваль «От всей души». Откроет его творческий вечер Соколова «Дома вырос без тебя». Знаете, каждый фестиваль имеет свою ауру, свою легенду. И очень приятно, что этот фестиваль соответствует своему названию «От всей души». Да? Мы все знаем, чье имя оно носит. И все, ну, я, наверное, могу так сказать, выросли на образе. Поэтому для меня это связано с добром, с любовью, с родителями, с детством и так далее. Поэтому приятно приезжать туда, где хорошо. После возложения цветов на Аллее Славы открыли именную звезду народного артиста Андрея Соколова с серпантином и овациями. Нет актера, который не любил бы все свои роли, но есть среди них те, которые знаковые. Для меня знаковой стала картина «Бездна круг седьмой», не говорю про «Маленькую Веру». Значит, картины Ройзмана «Охота на асфальте». Если говорить про театр, ну, конечно же, это «Кинкизи», «Пролетая над гнездом кукушки». После церемонии в сквере все отправились в театр кукол. И это не просто экскурсия, а открытие фестивального дома. С 1 по 5 августа на протяжении всего кинофестиваля в залах театра будут работать тематические площадки. Выбор на любой вкус. Это и благотворительные спектакли, и фильмы стран БРИКС, и дни белорусского кино. Приобщиться к искусству можно будет с 12:00 до 22:00 в Ульяновском театре кукол. Виктория Чиркова, Олег Тоньшин. Улправда ТВ.